Скільки часу потрібно на розмінування? Які труднощі? Головне, скільки це коштуватиме? Поговоримо про це з Русланом П'ятковським, засновником української компанії гуманітарного розмінування International Demining Group. Пане Руслане, вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Пане Руслане, ми з вами так опосередковано комунікуємо від вчорашнього вечора. Я подивився то відео, яке ви прислали, і в мене є певні питання, так, але насамперед з'явилося ще кілька. Дозвольте, якщо можна. Ну, по-перше, International Demining Group, ви можете коротко пояснити, що це за компанія, група? Ну, ця компанія створювалася ще з 2015 року. Основной костяк, состав саперов состоит из бывших ветеранов АТО, которые объединились в нашу эту группу. У нас есть представительство в Азербайджане, где мы работали в Нагорном Карабахе, в Ираке. Ну, как бы говорится, это не совсем компания, это больше проект по ресоциализации воинов АТО в тот момент. На сегодняшний момент я думаю, что после победы это будет своеобразное для ветеранов войны. Угу. Тобто, після перемоги ви плануєте працювати в розмінуванні? Я правильно розумію? Да, конечно. Ми працюємо зараз. Угу. Половина личного состава у нас служит в Збройних силах України, половина состава работает дальше по гуманитарной миссии. Тобто, фактично, ви обрали собі діяльність на велику частину життя. Я вам, до речі, принагідно бажаю, щоб воно було дуже довгим і цікавим. І от дивіться, ви бачили цей матеріал, чи чули про цей матеріал з Washington Post про те, що на розмінування України знадобиться 757 років? Да, я читал это. Ну, понимаете, вопрос состоит тут... оценка американских экспертов, она состоит в том, что их планы работы, как они работают, то, может быть, это и займет столько времени. Я думаю, что с Божьей помощью, нашими силами мы в состоянии будем, это, как бы говорится, сделать намного быстрее. Ну, набагато це на скільки, скоріше? 350? Ну, понимаете, статистика такая. Один год войны в среднем где-то 30 лет разминирования. Было 10, на сегодняшний момент этот процент увеличился. То есть на сегодняшний момент, я так думаю, что в принципе на все, про все при правильном распределении силы и помощи государства это понадобится где-то лет 60-65. Угу. Ви сказали про допомогу держави. От ті самі автори статті, вони наводять, ну, абсолютно астрономічні, на мій погляд, цифри. Там від 300 з лишком мільярдів до трильйона 38. Це реальна цифра? От вони просто рахують по цінах від 2 до 8 доларів квадратний метр. Вам платять від 2 до 8 доларів за розмінування квадратного метру? Нет, конечно. На сегодняшний момент вы сами понимаете, что наши, в основном, основной нацел гуманитарного разминирования – это разминирование инфраструктуры, сельскохозяйственных угодий, полей, ну и так далее. То есть все, что приносит жизнедеятельность человека. Угу. То есть я так понимаю, то, что американцы не высчитывали, это все чисто с коммерческих направляющих. Мы же разминируем свою территорию. В данный момент мы не преследуем цель чисто коммерческого направления. Мы преследуем цель, то, что обезопасить население Украины от этого горя. Я думаю, что если будет рациональная помощь государства, она должна быть в виде поддержки финансовой, поддержки как и групп разминирования, так и, я так понимаю, фермеров или руководителей фирм, которые, я не знаю, с помощью кредитования какого-то определенного под эту вид деятельности, то я думаю, это дело пойдет намного быстрее. Скажите, пожалуйста, а вот с вашего досвіду, насколько міжнародні партнеры могут допомогти Україні? Чому питаю? Тому що, ну, у мене точно є питання, чи не залишиться розмінування України проблемою і задачею самої України, після, навіть після нашої перемоги? Понимаете, я
как бы сторонник того, чтобы сказать таким образом, что, как бы так правильно сформулировать. На сегодняшний момент, понимаете, проблема в основном в разминировании состоит в том, что это не все усваивают правильный процесс этого действия. То есть это определенные формы, по которым объединяются. Разминирование, гуманитарное разминирование – это не только именно работа саперов. Это работа медиков, это работа социологов, это работа психологов, это создание инфраструктуры и все это. Это своеобразная отрасль, большая-большая отрасль. Ее, ну, как и все остальные отрасли, нужно поддерживать не только инициаторами там, и не только финансами, но и, скажем так, юридическими помощями, там, помощью депутатов, принятие определенных законов, определяющих какие-то действия. Uh-huh. То есть это большая работа. Чем могут нам помочь иностранцы? На сегодняшний момент это в основном, скажем так, материально-техническое оборудование. Они в этом направлении продвинулись немного больше. Наша промышленность не настолько может перестроиться, чтобы сейчас изготавливать машины типа БЖНы. Но в остальном, мне кажется, мы в состоянии это решить самостоятельно. Mm. Мне так кажется, что на сегодняшний момент весь мир учится у наших саперов, как правильно бороться с этим. Ви згадали про техніку, а скажіть, наскільки, як би це правильно, наскільки швидко прогресує така техніка, наскільки швидко з'являються нові технології? Я чому питаю? Тому що я добре пам'ятаю, що, наприклад, український школяр не так давно придумав технологію, чи то техніку пошуку вибухівки за допомогою дронів. Чи можливо, що така технологія прийде вам на допомогу? Чи це ви скептично дивитеся на такі речі? Ні, чому скептично? Ні, я наоборот смотрю з великою надіждою на те, що от, да, і цей школьник, який запрів своєобразну дрон-машину, яка змогла допомогти у багатьох речах. На її примірі, я не знаю, на її примірі, або она была разработана раньше. Датчане нам на сегодняшний момент дали дрон, который проводит не техническое обследование. Mm. Практически похожая система, только там более дорогостоящая. Мы живем в 21 веке. Это век развития. И точно так же на месте наша отрасль стоять не будет. Но, естественно, это единственная отрасль, наверное, где человеческий фактор – это самое главное. То есть без сапера, без человека мы с помощью роботов и техники, естественно, эту всю проблему не решим. Но техника нам нужна. Ну, от, власне, ви самі дійшли до сенсу про людей. Ви вже сказали, де ви берете кадри, так? Це колишні вояки. А чи є у вас там добровольці? Чи є у вас якісь курси, які можуть підготувати людей, які бажають прийти в цю професію, навіть роботу, ну, тому що це з нами не назавжди, надовго, так? Да, конечно. Ви знаєте, на сьогоднішній момент в Україні оно внешне кажется, що незаметно происходит или медленно происходит розмінірування. На сьогоднішній момент у нас очень динамічно розвивається это направление. Ну, как бы готовятся специалисты, очень хорошие специалисты в Каменск-Подольском центре, международном центре гуманитарного разминирования. Также готовится под эгидой ДСНС в Марефе, в Чернигове есть, то есть на сегодняшний момент развиваются эти основные направления, где готовят этих специалистов. Я думаю, что с каждым разом это будет все делаться больше. Также все наши саперы, которые на сегодняшний момент у меня работают, они сертифицированы, и они имеют право, так сказать, передавать свой опыт внутри своих организаций, подготавливать. То есть у нас есть свои тренинги внутри компании, где готовят специалистов. Угу. Чи багато у вас людей? Ну, на сегодняшний момент у меня работает 52 человека по нетехническому обследованию, ну, плюс где-то такое же количество саперов. Мы не стараемся набирать слишком много людей, потому что это все должно быть поэтапно. Но
в среднем, если будет работать большая бригада на уровне, допустим, какой-то области, где-то будет доходить до 200-250 человек. Пане Руслане, я вам дуже дякую, по-перше, за вашу роботу, по-друге, за той час, який ви нам приділили, і ну, за відкриту комунікацію, абсолютну прозорість і дуже цікаву розмову, дуже цікавий зміст. Це Руслан П'ятковський, засновник української компанії гуманітарного розмінування International Demining Group. Дякую вам.